щоб визвати абсолютно любого чоловіка із залу. Желаючи є? Давайте, Аліна, рушимо. Сколько дней шел лайф? Ну, для того как. Мы приехали немного раньше, кто-то приехал позже, но вообще полных два дня. А не полных? Не полных три. Полдня пятницу и полдня сегодня. Сколько стоил лайф? Для того как. Вообще 800. 800? Сколько ты зарабатываешь в месяц? Чистыми. Можно сказать? Ладно, я тебя услышал. Что ты можешь сказать по поводу общелагерных игр? Честный ответ, Илья. Ну, первая игра была немного скучной. Вот. А вторая мне очень понравилась, но мне не понравилось, что мы проиграли, и проиграли только один раз. А общее впечатление в лагере вообще понравилось или нет? Общее. Ну, когда приехали, было скучно. Вот. Но не честно. Потом, когда началось служение, стало весело. Очень классно было, что каждый день был костер. Давайте теперь второй прием. Я повторюсь, сколько дней шел лагерь? Так скучно было, так что, честно, для меня это тянулось как недели две, я не знаю. Алина сказала дня два, но... Я думаю, больше. Цена была завышена, да? Да. Я думаю, она была необоснована. Сотрудники, игры, как ты? Игры. Все попела, Макс, честно. Я ожидала намного лучших. Такое все скучное, обыденное, вообще ужас. Нас учат здесь искренности. Я буду говорить искренне, просто как есть. Мне не понравилось, вот. А вы что думаете по поводу, например, там, ну, давай, топ-3 лучших христианских исполнителей. Я буду говорить из нашего лагеря. На первом месте. Исполнителей. Я просто назову Танюха, Алинка и Катюха, потому что это троица. Назар, Паша. Ты сказал топ-3. Вот как ты считаешь, нас пастор, брат Женя, хороший человек вообще? Хороший? Очень. Давайте Акима Гостецкого. Не туда смотришь. А, Акима Гостецкого. Насколько ты оцениваешь еду в этом лагере по 10-бальной шкале? Вопрос на засыпку, да? На 8? На 10? Почему на 8? Ты сказал на 8. Давай на 8. Давай теперь мой любимый вопрос. Когда ты перестанешь перед Богом?
Что ты ему скажешь? Например, в общем, еще раз. Скажу про случай времени. Сколько ты зарабатываешь в месяц? Ну, смотри, это зависит от обстоятельств. Иногда тысячи, иногда вообще ноль. Как ты существуешь? Там есть родители. Родители. В общем, ты так реши. Что ты сейчас думаешь о том, что люди не спали ночью вообще? Я думаю, это очень плохо, то что люди не спят. Я отвечаю от всех, ну, ложусь спать вовремя и а мы все спать. Все. Хорошо. Давайте Валеру. Здравствуйте. Известный хореограф. Сколько ты отдал за этот лагерь? В долларах. Можно время? В долларах. Можно в фунтах стерлингов. В долларах. Сколько будет 800 гривен в долларах? $30? Все верно. Давай топ-10 лучшие христианские певцы, солисты. Из нашего лагеря или вообще в общем? Хорошо. Это Назар сидит. Это Санек, как недавно оказалось. В общем. Мира. Когда говорили уже Алина, Катя, кто там еще, Танюха, Паша. Сколько я уже насчитал? Сергей Черков. А вот вечерние посиделки возле костра. Твое мнение? Мое мнение? Так со стороны того, кто костер туда принес и подпалил, в принципе, было неплохо. Костер был большой. Теплый, все было там хорошо, уютно, почти все места хватало. Накормили комаров на месяц вперед, все было хорошо. Мне костер понравился. Вот. База отдыха. От нуля до 10 давай, база отдыха. Ну, учитывая то, что у меня под кроватью были ушпайки от семечек, и окурок, который до сих пор там лежит. Где-то 6, от 1 до 10. 6. Подведу. Ты можешь в общих чертах описать весь этот лагерь одним словом? Можно я подумаю? Насыщенный. Опасный. Происходило столько всего, что в обычный повседневный день в моей жизни столько всего не происходит. Поэтому он насыщен. Все, я свободен? Это была программа «В путь». Спасибо за внимание, за просмотр. Слушайте, я говорю с вами.